вновь я сменил. Сменил себе соведущего. Не по своей воле, конечно, но тем не менее. Надо поменять парадигму управления в стране. То есть надо отношение к людям менять. На это потребуются деньги, и мы знаем, где их взять. Готовы? Нет. Когда вы первый раз услышали фразу в свою сторону: «Ты такой сильный»? Девчонки там говорят: «Не знаем, кого поздравить».